Перед забегом обязательно нужно размяться. И пусть олимпийских рекордов организаторы марафона от участников не ждут, умеренная физическая нагрузка еще никому не повредила. Первые участники зеленого марафона от Сбербанка вышли на дистанцию. Ее протяженность относительно небольшая, чуть больше 4 километров. Но для некоторых особенных спортсменов преодолеть такое расстояние уже настоящая победа. Как вы оцениваете свои результаты? Замечательно. Не последние. Во время проведения зеленого марафона на площадке работали волонтеры. Их легко можно было узнать по ярким футболкам. Эти ребята помогали людям с ограниченными возможностями здоровья. В этом году зеленый марафон от Сбербанка объединил жителей России, Казахстана и Беларуси. Только на барнаульской площадке участие в празднике приняло около 6 тысяч человек. Главное все-таки принять участие, ну, хотя бы выйти на старт и пройти, преодолеть столько, сколько возможно. Преодолеть всю дистанцию – это, на мой взгляд, просто замечательный вариант, когда человек преодолевает прежде всего себя. Призы от партнеров праздника и приятные сувениры от организаторов. Хорошим настроением подзарядился каждый. И главное, что сама погода дала зеленый свет марафону, подарив солнечный теплый денек. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости.